Робот-пылесос для сухой и влажной уборки. На распаковке робот-пылесос от Polaris. Модель PVCR-6001 Wi-Fi IQ. В комплекте с ним идет база для зарядки с адаптером питания, комбинированный контейнер для пыли с резервуаром для воды, две микрофибры, две боковые щетки, одна из которых установлена, запасной HEPA-фильтр, щетка для чистки и документация. Пылесос получил классический белый корпус диаметром 33,5 см. Высота устройства 10 см. В центре крышки расположен лазерный датчик. Перед ним две кнопки для запуска и возвращения на базу. Система лазерной навигации позволяет визуализировать карту вашего дома и прокладывать оптимальный маршрут уборки. А инфракрасные датчики не дадут пылесосу столкнуться с мебелью или упасть с лестницы. Эта модель предназначена для сухой и влажной уборки. Комбинированный контейнер состоит из пылесборника с HEPA-фильтром на 400 мл и резервуара для воды на 300 мл. Номинальная мощность прибора – 30 Вт, а уровень шума при работе не превышает 65 дБ. Пылесос может автоматически менять мощность всасывания на коврах и сложных покрытиях. Высота преодоления препятствий – 2 см. Без подзарядки устройство работает до 2,5 часов, а полностью заряжается в течение 5 часов. Управлять пылесосом удаленно можно при помощи мобильного приложения. Там же можно настроить автоматическую уборку в нужное время или день недели, или выставить зоны уборки и запретные зоны на карте помещения. Подытожим. Этот робот-пылесос подойдет для ежедневной сухой и влажной уборки большой площади. Из особенностей отметим удобное управление, автоматическую смену мощности и возможность установить расписание уборки.